Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно качественном воблере Minnow от компании Spro. Моделька называется Power Catcher Minnow Extreme. Extreme Minnow. Данная приманочка имеет длину 90 мм. Поставляется она в такой вот упаковочке. Приманка у нас плавающая, с заглублением до 1 метра. На обратной стороне приманки у нас есть информация, что данная приманочка имеет шумовые эффекты, 3D глаза, это в принципе условность. Сама приманка выглядит таким вот образом. Визуально это классический Minnow. Лопаточка расположена примерно под углом 45 градусов. Установлены довольно-таки качественные заводные кольца и довольно-таки острые тройные крючки довольно хорошего размера. Сама приманка слабо шумящая. В данной приманке отсутствует система дальнего заброса. Да, системы дальнего заброса в ней нет. При тестах на воде полетные характеристики довольно-таки неплохие, мне понравились. Летит она строго, не крутится, ничего не перекручивается, строго, скажем так, хвостом вперед. При приводнении приманка, после того, как мы начинаем проводочку твичевую, она заглубляется где-то до максимум до полуметра на твичевой проводке. На равномерной проводке я ее пару раз протянул. Равномерка, если честно, мне не понравилась. Довольно-таки узкая лопаточка у данной миножки. Для равномерки она не предназначена. Ее стихия твич. Приманочка у нас не совсем пробка. Всплывает она, в принципе, вполне приемлемо. На твичинге очень интересная игра. У данной приманочки очень легко рыскает данный воблерок по сторонам. Отлично, на мой взгляд, подойдет для данный воблер для неглубоких участков водоема для облова, для каких-то отмелей, закоряженных участков, погонять над коряжкой данный воблерок. Рыба, которая, в принципе, подойдет для данного воблера, соответственно, для ловли, это щука и довольно неплохой окунь. Тоже зачастую на воблера подобного типа и подобного размера окуня в наших условиях очень и очень частые гости на данные миножки. Очень хороший воблер по качеству изготовления, абсолютно никаких нареканий не вызывает и сомнений в своем качестве. Понравилось мне, как он летит, хотя отсутствует в данном воблерке система дальнего заброса, и игра данной миножки довольно-таки интересная. Всем спасибо за просмотр. До свидания.